Блин, очень круто. Мне очень понравилось, я умер. Спасибо. Мои, не могу! Я как будто бы посмотрел ужастик какой-то сейчас. Ваш ход, наши дорогие зрители. Выбираем, кто же пройдет в финал. Ё-моя! Я хочу посвятить этот номер тем, кто сталкивается с хейтом, с буллингом, и что нужно идти дальше. Не знаю, не могу говорить сейчас, извините. Добрый вечер, я Лисана Утяшева, и это новые танцы на ТНТ, третий этап. Сегодня нас ждут очередные батлы на троих, из которых дальше пройдет только по одному участнику. А кто именно попадет в финал своей категории, решат члены жюри. Опытный и мудрый режиссер, хореограф Егор Дружинин. Искренний и честный супер-мега-блогер Даня Милохин. Наш постоянный член жюри, очаровательный Мигель. Очаровашка Мигель. Обаяшка и очаровашка. Напомню, что при равенстве голосов жюри исход батла решат зрители в зале. Так что сегодня легко не будет никому. Ну что, давайте начинать новые танцы. Итак, начнем с соло. Поехали, я приглашаю первого участника. Здравствуйте. Привет, Виталя. Я выберу сегодня сердцем. Когда вышел первый эфир, в принципе, до этого на других проектах мой путь всегда типа сопровождался, что я такой хороший, милый, и меня в основном поддерживали. Тут, конечно, когда открыл и посмотрел, думаю, ох, ничего себе, там прям гори в аду, и все такое, думаю, да ладно. Может, людям не понравилось, что я там сказал, что вот у меня все хорошо, у меня действительно все хорошо, я никогда не буду из позиции жертвы там что-то говорить. Конечно, есть какие-то моменты, что, ну, где-то я хотел бы по-другому, но в целом у меня все круто. И почему, если у меня все круто, я не могу стремиться еще к чему-то? То есть я каждый раз прохожу через какие-то преодолевания, но эти преодолевания тоже доставляют мне удовольствие. Я не могу сказать, что это плохо. Поэтому я прям рад, как я выгляжу, и пусть кому-то это не нравится, там говорят, что самоуверенный, это, блин, класс, наконец-то я есть я. Стабильный, сильный. Савченко, ты все знаешь, ты молодец, это круто. Браво. Спасибо. Я выберу то, что до меня чисто энергетически долетело. Сейчас он готовит номер, и он показывал его нам с просьбой. Он говорит, я покажу только один раз, потому что потом у него не хватает сил. Он настолько перенасытил этот номер физически, это просто сложно вывести. Для тех целей, которые я внутри себя ставлю, я не хочу, чтобы я был какое-то что-то проходящее. Я хочу, чтобы каждый выход, неважно, на проекте или где-то, чтобы это было какое-то событие. Вот пока у меня внутренней этой событийности не было, значит, надо еще быть лучше. Вот чтобы даже не возникло вопроса, что... Ну, потому что были сильные соперники. И чтобы даже самыми сильными соперниками у меня было вот все так. Yeah.
Аня, как тебе? Блин, очень круто. Мне очень понравилось, я умер. Спасибо. Спасибо. Егор. Ну, это мощно, как обычно это бывает в исполнении Виталика. Я бы, конечно, бы очень хотел бы посмотреть на какой-то вообще качественно другой номер в плане истории. Но я понимаю, что вот сейчас на эту площадку, на эту сцену надо выходить со своей историей. И вот этот танец, я даже не знаю, как его охарактеризовать. Ты как будто связываешься все время в узелки какие-то, и из них благополучно развязываешься. Главное, чтобы ты не завязался когда-нибудь в такой узел, из которого не выбраться. Такой узел и физический, и психологический, и какой-то по жизни. Я уверен, что больше в твоей жизни никаких таких узлов не будет, потому что я вижу свободного человека на сцене. Так что спасибо тебе огромное. Спасибо. Мигель. Я не могу ничего добавить, это было на разрыв соло. Да, не видел давно тебя в таком состоянии, и оно сейчас было. Поздравляю тебя. Спасибо, спасибо. После этого номера такие ощущения, что вот я просто не смогу танцевать еще раз. Это так тяжело. А можно сказать, что наконец-то получил ту реакцию, которую хотел? О, да. В среду. Смотри, кто из звезд врет лучше. Алексей Щербаков! Баста! Первый вопрос. Ты соврал мне? Нет. Поклянись моей жизнью. Соврал мне? Новое шоу, где все врут всем. Один из этих людей является автором песни «Тополиный пух». А, вот знаешь, что можно спросить? Точный текст вот того, Шептание. Что говорит рыжий. Это еще не любовь. Да-да. Первый поцелуй. Это еще не любовь. Это лишь такой закон борьбы противоположностей. Ничего себе. Прекрасный тост. Я готов дать ответ. Итак, Василий. Готов дать ответ. Я тебе не верю. Новый выпуск. В среду. В 9 вечера на ТНТ. Сезон шоу «Новые танцы» еще продолжается, но ты уже можешь стать участником следующего сезона, ведь мы объявляем новый кастинг. Заходи на сайт ТНТ онлайн и заполняй анкету. Мы ищем новых танцовщиков для новых танцев. Я приглашаю второго участника на эту сцену. Привет. Привет, Черис. У меня только один вопрос. Тебе не страшно выступать после Виталика? Ему, мне кажется, никогда не страшно. Вообще не страшно. Виталик красавчик, что? Я делаю свое дело, он свое. Давайте посмотрим. Давай. Просто. Женя, привет. Здравствуй. Вспомнил второй батл. Батл с Димой Политовым. Да. Как было? Легко. Я не к тому, что он плохо сделал, он просто сделал слишком сильно, и это уже больше перформанс в цирке, чем на танцевальном батле. Там с музыкой связь была минимальная. Какие бы ни были там невероятные штуки, я вообще его уважаю, мы с ним классно заобщались за время съемок. Но факт есть факт. Я вышел, так и сказал, сейчас будет танец, я просто симпровизировал. Третьему номеру я подготовился чуть-чуть, как бы. У меня будет уже концепт небольшой. Там будет, естественно, большой процент фристайла, но уже не настолько там вот просто типа танца. Там уже будет идея, которую надо будет немножко развить. Уникальный бибой и для России, и для мира. Тот стиль, который он выработал, аналогов очень мало в мире. Ну, то есть практически нет. То есть если посмотреть культуру брейкинга, и посмотреть танцоров, которые так умеют двигаться и такие штуки делать, их очень немного. Ну, я в себе уверен. Понятное дело, что тут вообще может случиться все, что угодно. Я там готов проиграть хоть в следующем раунде, но я уже сделаю все возможное, чтобы этого не случилось. Это один из немногих участников, который реально может выбить Савченко из борьбы.
Бибой Чурита. Даня. Блин, давайте поймем, что я не говорю много. И не буду говорить много, не ждите от меня много слов. Мне очень понравилось, все было круто, я прям умер. Опять? Да! Спасибо. Мигель. Я каждый раз, когда он выходит на сцену, волнуюсь дико, потому что я понимаю, что сейчас будет фристайл, и куда его заведет, вообще непонятно. И каждый раз все круче это и круче. Это фристайл? Да, это фристайл. Это фристайл. Это фристайл с небольшими точками. Ну, с небольшими точками, но все равно. Ну, да, все равно да, ты заполнял фристайл. Сам. Все равно да. Это все. Я люблю просто так танцевать. Мне так более по душе. Иногда это выходит хуже, иногда лучше, но зато я с вами проживаю момент. Чувак. Слушай, ну это мощно, конечно, безусловно. И если еще учесть, что это фристайл, для меня это вообще как другая вселенная. Я занимаюсь всю жизнь хореографией, придумывая ее и показывая людям, и требуя от них исполнения близкого к моему. Я вообще не понимаю, вроде бы мы занимаемся одним и тем же делом, но при этом это как будто, ну, как будто разное абсолютно искусство. Я преклоняюсь, во-первых, перед этим, безусловно. Но ты нас погружаешь в то состояние, в котором находишься сам. И вот тут бы я бы, конечно, бы тебе бы посоветовал пару-тройку уроков актерского мастерства, потому что... Но я хочу, чтобы твое нутро, чтобы твое актерское наполнение тоже было таким же филигранным, как и техника. И поэтому вот я тебе советую, если ты еще и это победишь, тебя ни один Савченко не победит тогда. Звучит как заявка. Все, спасибо большое. Мне вообще понравилось, как я станцевал. На меня салют. Смотрю. Я показал свой максимум, особенно во второй выход. Может быть, в первый выход у меня получилось не все, как я хотел, как я себе в голове представлял, но, в принципе, все сложилось так, как и должно было. Я, в принципе, не особо думаю, что известен на всю страну. Со мной мало кто знаком пока что, потому что я свою танцевальную деятельность, сольную карьеру начал совсем недавно относительно. Савченко, Чирита, Тимур Валеев. Надеюсь, он поймет вообще, с кем он в одну сетку в батле встал. Меня поставили сильными участниками, потому что, в принципе, слабых не осталось совсем. Остались только сильные ребята, и надеяться на какое-то чудо, это, в принципе, опрометчиво было изначально. Тимур очень круто двигается. То, что у него очень такое рабочее тело, и он, в принципе, интересный персонаж, вот это я подметил себе. Честно, я тут вообще почти никого не знаю, только вот по пальцам пересчитать, ну, это немножко другой танцевальный мир. Как будто это, ну, мне не соперники, то есть. Бибой Чирита, о нем я тоже был достаточно много наслышан, но не так много, как о Витале. Я попал на его класс бесплатно в Тюмени, когда он начал ездить по городам. Вот, тогда я был прям его ярым фанатом. Я просто стараюсь абстрагироваться от всего соревновательного момента. Хочу максимально вложить все силы в свой перформанс, в лексику, поэтому работаю. Что же ты молчишь, что ли, слов для меня мало? Пара белая, одного.
Тимур, это было очень хорошо. Ты постоянно какой-то разный. Ты все время меняешься. Это очень круто. По образу все отлично. По атмосфере, которую ты создал здесь, все прям шикарно. Все было. Мне немного не хватило танца, мне немного напрягали заполнение музыки переходами, и это было музыкально. Я понимал, что можно было здесь сделать что-то. И в тот момент, когда снялась рубашка, я думал, что прям будет взрыв сейчас. Да, было шире, но мне почему-то казалось, что ты слипся вот так вот, и как-то вот у тебя как будто резинки между ног натянуты и между рук, и ты никак не можешь раскрыться, хотя ты очень широкий чувак. Вот все, что мне не хватило. Егор, что-то добавишь? Я бы пожелал тебе большего развития в номере. Потому что ты задал персонаж, ты задал настроение, и дальше мне интересно наблюдать за тем, что с этим персонажем происходит. А слома не происходит, изменений не происходит, изменений задачи не происходит. Спасибо. Ну что, вызываем твоих конкурентов. Три абсолютно разных стиля. Абсолютно разные пути. И кто-то один пройдет в финал. Начнем с Мигеля. Я не могу сказать, что вот прям мне все три выступления понравились. А и к каждому у меня есть какие-то определенные свои вопросы. Но понимаю точно, что сейчас, ну, это полуфинал, и это битва. И вы уже должны заходить в состояние того, что вы боретесь за место здесь. Уже нужны воины на сцене. И сегодня для меня таким воином стал этот человек. Таня. Я думал, что мне будет очень сложно, на самом деле. Но тут прям как-то все понятно. Мой выбор – Черито. Интрига. Егор. Вот Мигель говорит, что к каждому из участников у него есть вопросы. У меня тоже, наверное, есть некоторые вопросы. И часть этих вопросов я озвучил Тимуру, например. И тебе в том числе, Черита. А есть человек, которому у меня нет никаких вопросов, я голосую за него. Виталий Савченко проходит в финал. Тренироваться, совершенствоваться, мне денега. Ну, злость, радость, что я сделал нормально, мне все понравилось, ничего не залажал, все закрутил. По мне, типа, я выиграл, и небольшая злость, потому что, короче, выложился, и не оценили особо это, я думаю, из-за этого. Конечно, хотелось бы пройти дальше, я реально постарался, но тут дело такое, судьи есть судьи. На самом деле все круто, я рад, что меня поставили с такими сильными соперниками. Вообще честь выступать рядом с такими людьми, и на этой сцене испытать все... Эмоции дорогого стоят, на самом деле. И я предлагаю вам скидку, как первому клиенту моей новой компании. Как быстро я могу увидеть сумму? Буквально 2-3 дня после перевода. Хватит! Простите, я не вам. Большие деньги, Дима. Когда отдашь-то? Ну как я могу отдать, если я не помню ничего? Вы меня извините, но дело тут не в алкоголе. А ты обманщик, Дима. Может, это вообще все игра, и вы никакой не псих. Вы не волнуйтесь, я стопроцентный псих. Итак, мы готовы, дуэты? Более чем. Я приглашаю первую пару на эту сцену. Привет, ребята. Привет. Мы на проекте
стараюсь оттопить дальше за наш вид спорта, за наши бальные танцы. В первом этапе мы были в батле с бальниками. В следующем этапе мы были уже не с бальными танцами. Я просто думал о том, чтобы именно наша пара станцевала и показала тот танец, а там уже что будет, то и будет. Маленькие мальчики и девочки, которые думают уходить из бальных танцев. Пока подождите. Мы представляем тут всю эту большую массу людей, которые влюблены в бальный танец, которые живут этим. В этом проекте они смогли показать очень качественный бальный танец, очень эмоциональный. И в первую очередь они слышащие пара, которая исполняла очень круто. Было много замечаний в сторону бальных танцев, что бальники не умеют танцевать именно в музыку, они танцуют под музыку. Для бального танцовщика у них есть свои каноны, свои рамки, в которых они существуют. И когда ты им говоришь, что вот это будет лучше здесь делать вот так, у них непонимание, несостыковка происходящего. И конкретно вот в этом туре мы постарались, чтобы наш номер был более музыкальным. Если мы пройдем в следующий тур, для людей всего мира, которые будут смотреть эту программу, это будет, конечно, очень странным событием, потому что в основном, наверное, бальные танцы не проходили никогда так далеко. Этим можно будет и гордиться. И мы будем рады представить именно бальные танцы дальше. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненый в сердце тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да я не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Максим и Вероника. До конца, до конца. Страстные, страстные танцы. Что, Даня? Я поначалу подумал, что какой-то нудный взрослый танец, любовь. Но потом вот этот переход. Вы поняли, про какой переход? Блин, я все, я сидел. Я умер. Да, круто. Егор. Я просто боюсь думать, что у Дани, прости господи, что я это говорю, будет на надгробном камне написано. Я умер. Наконец-то он умер. Блин, реально! Это идея! Я умер! Теперь точно! Пожалуйста, давайте вернемся к ребятам. Ребята, если перефразировать Даню, умерли на сцене. Сделали это очень качественно, очень выразительно, очень энергично. Не могу сказать, что здесь по хореографии или, скажем так, по отходу от канонов было что-то революционное сделано, но это было очень качественно, очень страстно, очень тягуче, в потрясающем контроле. На это приятно смотреть. Спасибо. Согласна. Мигель? Ну, я честно могу сказать, что это было ваше лучшее выступление, потому что до этого я видел только Веронику, а вот сейчас вы вдвоем заиграли как пара. Отлично. Супер. Спасибо. Ребята, спасибо. Увидимся. Осуществить свою мечту реально. Победы в батлах проекта «Новые танцы» тому доказательство. Не бойся мечтать и ты с карты «Халва». Одна карта для всего. Рассрочка, кэшбэк, бесплатные переводы. Подробности на halvacard.ru. Ну что же, вторая пара. Мы ожидаем вас на этой сцене. Казань!
Можно я отгадаю? Вы друзья. Все верно. А потому что вы так вышли, так типа, он там, он тебя не подождал, он что-то бежит сзади, там, толкнули. Прикольно. Или вы бывшие? Мы настоящие. Не додавил до конца. Че, да, узнал всю историю? Что, ты не хочешь узнать? Не, подожди, подожди, у нас Мигель спец в этом. А, вы бывшие? Да, бывшие. Прикол, это прям интересно. Хочешь увидеть? Да, давайте. Ну что сказать, Люба, я про тебя много слышала еще до проекта. Никита, ты вообще топовый хореограф, супер танцовщик, всем известный. Я не удивлена, что вы здесь. Давайте вспомним предыдущий этап. Я знаю вашу историю. Вы пришли на проект на этапе расставания, расстались, и я не могу понять, как возможно вот на таком накале эмоций, которые происходят в данный момент, сохранять холодную голову и участвовать вместе в дуэте в проекте. Уж профессионалы. Есть работа, есть творческая, есть личная. И смешивать зачем? Ох. Ну, короче, от этого просто идут большие мурашки. То есть с вами вроде общаешься как с дуэтом, потом чуть-чуть начинаешь погружаться и думаешь, как это вообще возможно, как это происходит. Соляви. Особенно вдвоем. Так, не делайте так, я начинаю страдать. Не, давай, давай. Ну вот вам смешно, а я сейчас буду плакать потом 15 минут. А мы потом домой придем, тоже будем плакать, все нормально. Ты не пальми, не пальми. Саш, не пальми, мы не пальм. Все-таки, да, чуть-чуть есть? Конечно. Ну мы же люди. Честно, нет ощущения, что в предыдущих двух этапах соперники были, ну, немножко слабее. Честно. Так и следующих слабее соперники все будут. Бам-бам! Это же вкусовщина. Ну, типа, я еще раз повторю то, что говорил. В нашем стиле мы сильнейшие. В другом стиле мы вообще ни в зуб ногой, ни в шаг. И тут уже что больше зайдет телевизионно, что больше зайдет жюри. Одни оценят так, другие так. Зрителям понравится этот, профессионалам другой. Короче, я желаю вам удачи. So simple, but you had to make it difficult. Got the city at your fingertip, I got this shit to call. Gotta keep on pushing it and pushing it and pushing till it falls down. Maybe you'll be laughing at it. But I'ma keep it the edge on my seat, cause you said what you needed. The web's undefeated, you do what you gotta. Akuna Matata, so ha 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 ha. The one who made ya, she the matriarch, got no room for the haters.
Никита, Люба, это было очень хорошо. Спасибо. Настолько остроумно, весело, профессионально. Ну, ребята. Уже где-то в середине танца, я думаю, что-то же надо сказать. Да, есть такая штука. Типа. У меня то же самое всегда. Я ничего не хочу говорить. Ну вот я даже не знаю, я. Это хорошо. Мне все очень, да, все было хорошо. Все, это значит, все прям попали, ребята. Да, абсолютно по-другому. Отличается от того, что было. Классно. Да, да, Данечка, да. У меня вопрос есть. Сколько вы встречались? Почти 8 лет. 8 лет. А не встречаетесь? Ну, где-то месяцев 6-7. Просто для меня это сложно. И там круто, да? Сложно, типа, работать вместе? Вообще, это как? Ну, если люди любят если друг друга. Если ваше расставание приводит к таким потрясающим хореографическим результатам, я за то, чтобы вы были не вместе. Спасибо! Лазареву, по-моему, не понравилось. Да. Мигелю не хватило. Руднику вроде все хватило. Хватило, да. Для меня это сложилось, поэтому я выбираю вот так. Саша Тронов был рад, вот, то, что мы прошли дальше, потому что... Самое главное, Саша был рад. Я считаю, что они достойны, как минимум, достойны пройти финал. И я считаю, что нужно быть просто убедительным. Our moment. Крутые, да? Крутые ребята, креативные. Что-то наверняка будет фантастическое. Да, 100% они порвут зал. Но мне кажется, у них тоже какое-то такое специфическое направление, которое они хотят преподнести в массы. Для нас важно в первую очередь это показать именно наше направление, как-то представить его качественно. Это больше не в соревновательном виде, а больше как искусство наше представить. На этом этапе мы соревнуемся с бальниками. Ой, бальники очень красивые. Как мне кажется, бальная индустрия немножечко просела, и хочется какого-то больше развития, каких-то новых движений туда. Вот. А то, что ребята показывают, мне нравится их уровень, и поэтому это все зависит от членов жюри. Вчера посмотрел Горбунова, вот, и часа два, наверное, смотрел, потому что мне очень нравится вот этот минимализм. Крутые движения, очень крутые, крутая пластика. Сильный у нас будет трио, сильный батл. Победит тот, кто будет интереснее всего и убедительнее всего в своей интересности.
парни, как же это было атмосферно. Спасибо. Ну, скучно. Ну, типа, надо определенную атмосферу, чтобы была, чтобы посмотреть. Здесь надо прям... Ну, за 2 минуты не погрузиться в такую атмосферу. Это большой труд. Погрузить людей. Я забыла, что мы на проекте. Я забыла, что они соревнуются. Правда, но, может быть, это мое такое ощущение. Какое у тебя, Егор? Не знаю, я не могу говорить сейчас, извините. Это было хорошо. Дань. Мне стало в какой-то момент скучновато, на самом деле. Я ждал, пока закончится в какой-то момент. Спасибо. Мигель. Прикольная задумка очень. Мне нравится, как вы двигаетесь. Мне нравится, как вы слагаете всю эту хореографию, хотя вы абсолютно из двух разных стилей. Это видно очень. Но как вы вместе работаете, браво, это настоящий прикольный дуэт, сработавшийся. Это выступление очень красивое. Не знаю, как что пойдет дальше, но пока вы прям вау. Спасибо. Егор, обрел слова? Или предпочитаешь не комментировать? Ты знаешь, мне кажется, лучше сделать, чем сказать. Я тебя поняла. Подожду возможности сделать. Хорошо. Ну что ж, от эмоций к решениям я приглашаю ваших конкурентов. Повторюсь, какие разные стили, разные настроения. А выбор будет один. Привет, я Аня. Я виртуальный блогер ТНТ. Подписывайся. Ну, я честно могу сказать, что это было ваше лучшее выступление, потому что до этого я видел только Веронику, а вот сейчас вы вдвоем заиграли. У меня вопрос есть. Сколько вы уже не встречаетесь? 6-7 месяцев. Если ваше расставание приводит к таким потрясающим хореографическим результатам, я за то, чтобы вы были не вместе. Егор, обрел слова? Ты знаешь, мне кажется, лучше сделать, чем сказать. Я тебя поняла. Подожду возможности сделать. От эмоций к решениям. Первым будет Егор Дружинин. Для кого-то, наверное, к счастью, для кого-то к несчастью, выбор очевиден. Я голосую за искусство. Даня. Я проболею за Никита Горбунов и Люба Гаврилина. Мигель. Слушайте, ну вы вообще в трех разных жанрах были, и вы мощные очень. Наконец-таки вы появились здесь. Вы... Мне очень понравилась идея. Хореография каждый раз вы удивляете, это очень прикольно. И также вы встали на голову выше себя же, перепрыгнули и сейчас сделали потрясающий результат. Я сделаю вашу жизнь чуть-чуть поинтереснее. Ай! А теперь ваш ход. Наши дорогие зрители, берем телефоны и выбираем, кто же пройдет в финал. После того, как вы сделали свой выбор, телефончики поднимаем наверх. Смотри, как красиво, Дань. Да. Концерт какой-то прям. Прекрасно. Ну что же, внимание, у нас есть решение. Внимание на экран.
понравились отзывы, очень понравилось то, что сказал Егор, Мигель. Вроде было все очевидно, но развернулось так, значит, это к лучшему, потому что мы пришли как бы показать искусство, и в итоге сказали, что это искусство, значит, мы пришли сюда верно, и миссия выполнена. Вот, можно идти дальше. Ну, залу зашел больше. Да все как бывает в жизни. Что тут такого? Не это... обидно. А? Не обидно. Нет, потому что ребята достойны, честно. Достойны. Очень приятно то, что они именно идут дальше. Я считаю, что мы, как представители бальных танцев, зашли очень далеко. Вот. Спасибо судьям огромное, но спасибо зрителям огромное. Вот. Ну и маме с папой. Ну, мы пришли. Поздравляю. Ты не рада, что ли, за нас? Нет, просто такое лицо, как будто вы не прошли. Я не понимаю, что с тобой. Я вас поздравляю. Мы так нервничали, и мы прошли. И эта эйфория немножко нас так бумс осадила. На сцене кайфанули. Просто всегда мы очень скептически относимся к любому зрительскому голосованию. И именно на нас оно попало. Поэтому мы так немножко... А может, наоборот, круто, что именно зрители... Круто, все круто. Мы рады, что сложилось так, как сложилось. Короче. Я бы тоже так сделала, но я и так без штанов. Я, пожалуй, не... Ну что, батл детей? Готовы? Поехали. В основном мы контактируем с мамой. Есть такой пласт родителей, для которых важен результат. Ну, тебе правду сказать? Не доделала. Ну, смотри, на втором надо будет уже начинать работать сегодня, окей? Ну, после того, как прошел первый этап, начали писать, комментировать меня. Мамаша, сухари и так далее. Ну, у каждого свое право думать, как ему удобно. Не то, что тяжело, читаешь и удивление. Откуда такие выводы вообще? Ребята, вы что? Ну, для нас это было очень странно, потому что мы очень... Ну, я очень люблю маму, она меня очень любит, мы очень дружные, всегда гуляем, она меня поддерживает. На самом деле, меня мало интересует то, что говорят незнакомые люди обо мне, которые делают выводы на фоне двух предложений, которые показали. Которые я сказала, да, я так сказала, да, я действительно считаю, что если ты что-то делаешь, то нужно делать это хорошо. Да, я всегда разбираю после выступлений с ней какие-то недоработки, но люди не видят то, что осталось за кадром. Люди подумали, что она меня заставляет заниматься танцами, а на самом деле я очень хочу, и она меня поддерживает. После того, как они с мамой хапнули этого хейта, это же еще ответственность, это же еще нужно же доказать кому-то что-то. С этим очень тяжело выходить на сцену. Блин, вот хочется Машку поддержать. Я не могу дышать. Мне не видно неба, я не могу понять, был ты или не был ветром по волосам, солнцем ладони твоя. Красные облака, вечер летает в спину, я с тобой так легка, я с тобой красива. Бешено так в груди бьется сердце твое. Машенька, как же это трогательно, так чисто, так красиво.
но при этом по-взрослому. Спасибо. Очень по-взрослому, блин. Я правильно понял, что кофта как парень? Yes, yes, yes. Очень круто, блин, очень красиво. Спасибо. Ты красивая, и танец красивый. Я так прям сидел, так прям умилялся. Классно. Егор. Маша, сколько вам лет? 12. 12. Ну, это очень... Сказать прилично станцовано, ничего не сказать. Это замечательно станцовано. Я прямо очень хочу посмотреть на тебя лет через 5. Я думаю, что ты начнешь выбирать разные направления в хореографии. И в них будешь танцевать не хуже, а даже лучше, чем то, что вот ты демонстрируешь сейчас, сегодня. И у тебя впереди целый мир танца. Заявка, Мигель, есть что добавить? Ну, меня удивляет то, насколько ты маленькая в плане возраста, при этом сильная танцовщица. И некоторые элементы были такие, и у меня реально сердце замирало. И это очень сильно удивляет и восхищает. Браво. Спасибо. Маша, браво. Спасибо. Ты большая молодец. В среду смотри, кто из звезд врет лучше. Алексей Щербаков! Баста! Первый вопрос. Ты соврал мне? Нет. Поклянись моей жизнью. Соврал мне? Новое шоу, где все врут всем. Один из этих людей является автором песни «Тополиный пух». А, вот знаешь, что можно спросить? Точный текст вот того, Шептание. Кто говорит рыжий. Это еще не любовь. Да-да. Первый поцелуй – это еще не любовь. Это лишь такой закон борьбы противоположностей. Ничего себе. Прекрасный тост. Я готов дать ответ. Итак, Василий, готов дать ответ. «Я тебе не верю». Новый выпуск. В среду в 9 вечера на ТНТ. Меня удивляет то, насколько ты маленькая в плане возраста, при этом сильная танцовщица. Это замечательно станцовано. Я прямо очень хочу посмотреть на тебя лет через 5. У тебя впереди целый мир танца. Я жду на эту сцену второго участника этого батла. Здравствуйте. Привет, привет. Как же ты подросла? Очень. Арина, привет. Привет. Вспомним предыдущий этап. Угу. Это был очень эмоциональный этап, потому что мы с Яной, мы с ней были подружками. Были. Говорите, мы не были подружками, мы подружки. Мы подружки. Мы с Яной какой-то период времени были в команде у Кати. И финальное решение по вам принимала Катя. Да. И вот сейчас Катя Решетникова выберет из своих двоих детей. Я Арину знаю очень давно. Яна – это моя безграничная любовь. Это было очень тяжело. И, по сути, это самый сложный пока для меня момент за вот время проекта. Я буду судить исключительно по тому, как станцевали вы сегодня. Арина, ты сегодня была круче. Номер, который будет сейчас. Да. Чем будешь удивлять? Я обычно вообще вдохновляюсь от каких-то персонажей, то есть персонажей из фильмов и так далее. Но сейчас меня вдохновила именно я сама. То есть после того, как я прошла эти два этапа, во мне проснулись какие-то новые эмоции, какое-то новое вдохновение. И я начала больше копаться в себе. Я, с одной стороны, очень веселая, такая отзывчивая, открытая. А с другой стороны, у меня очень много каких-то загонов, у меня много переживаний, много хейта на меня иногда льется. Вот. За что? За все. Причину можно найти во всем. И поэтому вот сейчас я вообще абстрагировалась от всего и сделала именно так, как я хочу. И пусть будет, как будет. Thank you.
Пупи, ты просто невероятная девочка. Это нечестно выпускать ее в детскую категорию. Вот именно, а сколько кстати, тебе я забыл, 14. Что... 14, все честно. Я знаю, Игорь. Но все равно это нечестно. Ну, начал, говори, нечестно. А что говорить? Мы уже все ей сказали. Она знает все о она себе. Она гениальная девочка. Ты круто танцуешь. Невероятно просто. То, что ты делаешь, ну, как бы, я понимаю, сколько усилий, труда, репетиций нужно для этого. Я восхищаюсь. Все. Спасибо. И, пожалуйста, продолжай. Понравилось? Блин, очень круто, да. 14 лет. Блин, я в 14 лет песок ел, наверное. Да, да? Да. Я тоже ем, не переживай. Я не один такой. Блин, очень круто. Какие дети. Они вообще... Таланты. Да. Молодцы. Спасибо большое. Егор. Я желаю тебе какого-то чудесного развития. Ты как танцовщица 14-летний возраст уже давным-давно переросла. Ты уже взрослее многих и многих и многих танцовщиков, которым больше лет. И поэтому тебе очень важно сейчас нащупать твою личную дорожку. Потому что как ребенок вундеркинд, ты уже состоялась, уже все доказала, уже мы привыкли к тому качеству танца, которое ты демонстрируешь из раза в раз. Мы хотим уже чего-то нового. Хорошо. Я хочу добавить, что, может быть, как вы заметили, я часто вдохновляюсь образами из каких-то фильмов. Сейчас же я вдохновилась на создание этого номера, своей собственной историей, и я... Да нет, 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 нет! В этом номере я вдохновилась своей историей, своими переживаниями. Я хочу посвятить этот номер тем, кто сталкивается с хейтом, с буллингом. И что нужно идти дальше? Пупсик! Нужно... Молодец, ты большая, молодец. Что мы все уникальны, что какие-то наши недостатки, это не недостатки, а особенности, что мы должны их показывать, проявлять, и как другие люди будут на это реагировать. Должно быть вообще пофиг вам. И я хочу поблагодарить вообще, что я стою на этой сцене. И спасибо всем. Тебе спасибо. Готова? Готова побеждать. Второй этап для меня прошел положительно. Я думаю, я сделала все, на что я способна. И я довольна своим в целом выступлением. Сделано все идеально. Вот прям вот, блин, придраться не к чему вообще. Мне вот не хватило характера какого-то. Я, возможно, заострила внимание на технике больше в тот момент, в том танце. И получилось так, что они меня не до конца разглядели. Возможно, внутри нее работает синдром отличника. Она не может себе позволить ошибиться. Ну, разве это плохо? Не очень сильно люблю отличников. Сравнивая вас двоих, понимаю, что один... В следующий раз точно изменится. И это действительно будет потрясение для нас. Я готова оправдывать его ожидания. Буду удивлять. Я бы не хотел, чтобы она менялась. У нее есть характер. То есть я вижу эту мощь, эту силу, этот стержень внутри нее. И, наверное, не надо ей меняться. В первых двух этапах я победила двух парней. Но сейчас у меня две девочки. Кружбуги и Мария Говди. Вероника очень интересный танцор. Мы с ней танцуем, ну, примерно одинаковые стили, но у нас разная подача. Мы с ней пересекались на чемпионатах по акробатическому танцу. Ну, у нас примерно одинаковый уровень. Я бы сказала, я видела, как она прыгает. Она примерно такие же прыжки прыгает и по танцу. Ну, я не знаю, кто бы из нас победил. С Вероникой я прямо сейчас я дружу с ней. Вот, мы хорошо с ней сейчас познакомились. Я ее поближе узнала. Она очень классная девочка. И, конечно, физически она делает вещи, которые, блин... Кружбуги. Мне нравится, как она представляет свой стиль. Но я скажу, что он мне не близок. Мы все сильные участники, и я не могу говорить, кто выиграет.
Но я очень надеюсь, что это буду я. Хотелось бы, понятное дело, чтобы я победила, но прошли, скажем так, лучшие из лучших. И я думаю, это уже зависит от того, как зайдет номер жюри. Друзья мои, не так надо встречать этого человека. Бурными аплодисментами, конечно. Вероника этого заслужила. Спасибо. Очень сильно. Спасибо. Блин, когда говорили о дети, я ждал детей, которые будут такие, которые будут хуже меня танцевать, такие, ой-ой-ой. А тут прям вообще какие-то взрослые люди танцуют. Прикольно. Меня опять убило. Спасибо. Мигель. Вот. Все мощно. Музыка мощная. Все элементы, которые ты делала, и хореография достаточно мощная. Твое исполнение и эмоциональность на все 100. Мне понравилось дико. Единственное, что бы добавил небольшую деталь, чуть-чуть была на прямых ногах. Вот ты бы станцевала так, как ты сейчас нас слушаешь. Вот да. Это невозможно на самом деле победить, даже если тебе кажется, что ты не волновалась, ты действительно волновалась. И это чуть-чуть снимает амплитуду. А в твоем номере он так поставлен, он так придуман, что амплитуда нужна, контроль нужен. Чуть-чуть суховато получилось, чуть-чуть более собрано, чем должно было быть. Потрясающий номер, и ты... Суперская. Ты замечательная, мощная, очень артистичная. Смотри, как ты слушаешь нас сейчас. Вот так бы станцевала, вообще цены бы тебе бы не было. Я не знаю, что сейчас делать, и я не знаю, за кого голосовать. А сейчас и посмотрим. Ну что, спасибо. Вызываю твоих конкурентов. Вероника. Девочки, эти аплодисменты вам. Это было достойно по-взрослому. Спасибо. Ну что, к решению, друзья. Начнем. Дань, с тебя. Да, блин. На самом деле, я долго говорить не буду. Мне очень понравились все номера. Все очень разные, все очень крутые, но мне понравилось, что в номере «Крош» была еще и мысль очень крутая. Я голосую за «Крош». Егор? Девочки, вы все втроем какие-то космические, особенно Вероника, потому что... Тут не только исполнение, тут еще и сама идея, и воплощение, хореография была космическая. Ты нам явила какое-то абсолютно инопланетное существо. И несмотря на то, что мы высказали какие-то свои пожелания по исполнению, ты убила. Ну, то есть это безусловная пятерка, и это исполнение на высшем уровне. Что касается Маши... Контроль, линии твои, то, как ты все это делаешь, восхищает. То, как ты доносишь мысль, которая заложена в номере, это достойное исполнение взрослого артиста.
Я при этом остаюсь не только хореографом, я остаюсь папой троих замечательных детей. И те проблемы, которые у них есть, это мои проблемы. Но я не всегда о них говорю и не всегда имею возможности их решить. А один из вас смел до такой степени, чтобы попробовать решить это на сцене, и я голосую за этого человека. Кров. Единогласно. Крош в Куге проходит финал. Просто я настолько благодарна, потому что 3-0 это для меня очень много что значит. И я так хотела много чего донести через этот номер. Я его так прочувствовала, я была так вдохновлена им. Я так хотела его скорее станцевать. И вот, видимо, эта энергетика она помогла мне пройти дальше. Все, и я безумно счастлива. Я показала вам все, что, ну, на что я могу. Ну, я, конечно, расстроена, что я не прошла дальше. Но ничего, не все заканчивается только на этом проекте. Я буду двигаться дальше и, возможно, даже приду в следующий раз во взрослую номинацию. Что? Ты прошла? Не прошла? Не прошла? Ты как? Нормально. Все хорошо? Как ты станцевала? Хорошо, все. Ты довольна? Да. Можно я тоже тебя обниму, пожалуйста? Чемпионка наша, расчемпионка. Ты на этом проекте стала еще большим артистом. Ты прекрасная, ты прекрасная. Я тебя поздравляю с участием. Спасибо. И с тем, какую тебя все увидели. Спасибо. Я сейчас буду плакать вместе не с вами. Не надо плакать. Ну, вообще. Что ты, курочка моя? Начинается батл команд. И я приглашаю на эту сцену первую команду. Здравствуйте. Приветики. Дети Blast вышли. И я предлагаю вам скидку, как первому клиенту моей новой компании. Как быстро я могу увидеть сумму? Буквально 2-3 дня после перевода. Хватит! Простите, я не вам. Большие деньги, Дима. Когда отдашь-то? Ну как я могу отдать, если я не помню ничего? Извините, но дело тут не в алкоголе. А ты обманщик, Дима. Может, это вообще все игра, и вы никакой не псих. Вы не волнуйтесь, я стопроцентный псих. Dance with me, Bows. Начинается батл команд. И я приглашаю на эту сцену первую команду. Дети Blast вышли. Сколько вам всем лет? Самому старшему мы сколько? Мы подростки, нам от 13 до 17. До 18. Очень круто, чуваки. Очень как круто. Надо в детскую категорию было отправить. Так нормально. Не надо. Мы наравне со всеми. Мы очень сильные, и сейчас всех порвем. А, ну давайте, рвите. Let's go! У нас новые люди в команде. Да. Прибавление. Congratulations. Congratulations, for новые люди в команде. Да, еще мы командой изучаем английский. Привлекла еще двух танцоров из своей младшей команды. Вообще Настиным командам именно вот это качество требовательности дает возможность выигрывать крупнейшие мировые чемпионаты. Совсем недавно еще одна ее команда выиграла хип-хоп интернешнл в Америке. Наши родители уже собираются покупать билеты на финал и лететь к нам. Да.
В сентябре начали дети учиться. Родители сразу сказали, может, мы школу отменим? Ну, чтобы тренировок побольше поставить. Так, учебнички с собой и полетели. Да. Конечно, времени учиться у нас нет. Но главное, с собой все взяли. Для меня очень четкое осознание того, что первые два этапа это было очень легко. Это наши готовые старые номера. Но это кардинально другой процесс сейчас был. Такое количество номеров поставить за 2 месяца. Ну, я сказала, мне нужно 6 лет. Задача стояла нереальная, и, ну, я не знаю. Вы посмотрите, что получится или не получится. Я думаю, что они устали от подготовки. Они вообще практически не отдыхали. То есть они каждый день работали, у них были репетиции до 3 часов ночи. Они реально, ну, машины. У нас не было выходных еще пока. Поэтому мы нервно посмеиваемся. А это значит, что будет сыра? Нет, сыра не будет. Ну, не позволю себе выпустить на сцену неготовый продукт. Ты встал, ты аплодировал, давай. Очень круто, все очень круто, вы двигаетесь правильно, продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Мигель. Слушай, ну все было, танец был, осьминог был, я доволен. Ты так сказал про осьминога, как будто ты сам его вырастил. Ну простите, сказал, мне каждый раз это очень нравится. Егор. У меня опять нет слов. Я умер. Очень приятно. Надеюсь воскреснуть к следующему выступлению следующей команды, но пока вы меня действительно убили. Да налажали вообще, навалились, нападали на ровном месте. Хотели сделать лучше, чем могли. Ну да, вроде никто не заметил, но сейчас они таких получат. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Это был уровень. Увидимся. Приглашаю на эту сцену вторую команду этого батла.
я скрою, это стиль. Мы их, когда первый раз увидели, это... Они вывезли на прошлом этапе без фронтмена, без своего солиста, без своего хореографа и постановщика. Во втором этапе, прямо, по сути, перед выступлением, я заболел. Вот, и ребятам пришлось выступать без меня. Ну, я-то, конечно, уже предполагал, что все кончено. Это было нереально круто. Вы моя любовь. Муа! И они победили очень сильную команду. У этих ребят я не уверен, что где-то что-то получится помимо этого проекта. Тем более дважды голосовать в пользу одного и того же эффекта. По факту ничего не делаем еще, может быть, на сцене. Вот это. Типа ничего не происходит. Они просто вышли, постояли и ушли. Это то, что нужно. Мы работаем не на скорости, не на динамике, а наоборот на отсутствии скорости. И это другая, как бы, другая история. Это путь в другом направлении. Они другие. Они ничего никому не доказывают. Они не кричат. Они аккуратно, очень мелко поправляют детальки, расставляют все как нужно и уходят. Нравится вам, не нравится, ваше, не ваше, решайте сами. Команды в основном стараются, ну, ускоряться, работать на максималках, и когда они смотрят, что соперник работает чуть быстрее их, они думают, так, надо быстрее их тоже работать. И это бесконечная гонка. Я же в этом направлении стараюсь все-таки отталкиваться от музыки. Музыка, которую мы выбираем в своем потоке, такая, что она говорит тебе, будь медленнее, будь более вязким, будь более поточным. А в итоге выходит так, что это сильно отличается. Ну и меня это радует, конечно. Пройдут они или нет, непонятно. Но они не проиграют, это точно. Всегда на своем неповторимом стиле.
Мигель. Чуть-чуть там синхрон был, лажал. Я даже не обращал на это внимания. Было очень клево все, очень музыкально. То, если как, не обращал внимания, то, зачем музыка? Говоришь вот, об этом? Читаешь мои мысли, Егор. Не знаю, ну вот, типа, надо же, типа, что-то сказать. Вот, вот. Было очень круто, как всегда. Я вас обожаю. Спасибо большое. Егор. Это круто, вы как бы нащупали какую-то свою фишку, и она классная. Другое дело, что мы чувствуем после того, как мы ее уже поняли. Я ее понял не сейчас, я ее понял в прошлый раз, когда видел ребят. Но я, выражаясь языком Дани, где-то в серединке подустал. А. Да, меня отпустило, все, я там все понял, расшифровал. Я кайфовал, я как бы следил за вами. Но вот такого, грубо говоря, эмоционального покалывания во мне, ну, не было. Да, это круто, классно, это имеет полное право на существование. И я хочу, чтобы вы танцевали дальше, дальше, дальше и дальше. И, возможно, вы будете это делать дальше в этом проекте. Прокачала тебя, Дань? Очень прокачала, блин. Очень круто. Спасибо. Ребята, спасибо. Это стиль. На сцене шоу «Новые танцы». Талант и красота всегда вместе. Чувствовать себя уверенно и блистать нашим участникам помогает официальный стилист проекта «Эстель». «Эстель», у красоты есть имя. Крамп такой, он что-то сидел, ждал в подвалах. Вот, и теперь вышел на большую сцену. Underground разносит телек. И это про випхедов. Всем спасибо, было круто. Ну, единогласно. Ну, что тут говорить, конечно. Мне кажется, мы сможем это сделать синхронно вместе. И зачем? И зачем ждать? Два этапа, и оба просто 3-0. Это танцевальная история. В батле. И мы выходим, как бы, и стараемся не оставить шанса. С каждым этапом, то, как мы танцуем, то, что мы готовим, все пока наращивается, как бы. Мы готовы удивлять дальше. Они из тех, кто не боятся конкуренции, и скорее их оппоненты думают, о, нас свипхедами поставят. Мне кажется, они нереально мощные просто. В этот раз немножко страшнее. Я надеюсь, что мы сможем выделиться тем, что мы достаточно оригинальный коллектив, работающий в своем каком-то ключе и в своем темпоритме, будем выглядеть выигрышнее. В целом, вот у нас нету вот таких крамп-команд. Вообще нет. То, что мы делаем, это новое для нас. С одной стороны, это классно, что это еще не исследовано, да, как это будет выглядеть. С другой стороны, это трудно, потому что нужно собрать свой месседж. Крамп — это мощь, и та энергетика, которую они выдают на выступлениях, ну, она до мурашек. Но, наверное, все-таки в постановке номеров я обладаю большим опытом. Все говорят про то, что нам тяжело, но по факту, мне кажется, тяжелее тем, кто это делает постоянно. Не хочу сказать, что им нечего сказать, но, наверное, меньше идей, что показать. Поскольку у нас поле не паханое, мне кажется, у нас все в этом плане получше. Випхеды оставили яркий след в сезоне. Они одни из фаворитов, это точно. Не думаю, что идеи скривили Бласт их остановит.
Саня. Я как будто бы посмотрел ужастик какой-то сейчас. Очень круто, блин, прям кино. Мига, но вам говорить нечего, чуваки, вы все знаете. Я не расстроился, я... Что, Мигель, что? Весь номер очень сильно волновался за то, чтобы это было идеально, потому что я понимал, с чего это все началось. С каких костюмов, образов, то есть насколько это все было продумано. Я просто, ну, я следил за каждым человеком из вас, видел каждую помарку, и я очень волновался за любую. У меня вот так вот начинало сразу же выносить. Ну, я сейчас думаю, подождите. Ну, сложно будет выбирать. Думай, Егор. Я тоже следил очень внимательно за номером. И сразу скажу о том, что мне понравилось. Мне нравится, что, работая в команде, вы при этом остаетесь яркими индивидуальностями. Я смотрел за каждым из вас и видел, что вы супер наполнены. Особенно господин Принцев меня в этом смысле всегда поражает. И вы знаете, хочется каждого из вас рассмотреть отдельно. Мне кажется, вы тот самый случай, когда есть команда из людей, которые заявляют о себе, наверное, даже больше, чем демонстрируют вот в данный момент данным танцем. Потому что я уверен, что за каждым из вас стоит своя танцевальная история, своя индивидуальность. В команде это случается очень редко. Потому что обычно, вот на примере, например, предыдущей команды, мы можем понять, что там, наоборот, синхрон, стиль возникают от того, что люди размывают фокус. Каждого в отдельности, кроме их лидера, например, тяжело выделить. Сейчас встречу девочку из той команды и не узнаю, пожалуй, пока она не наденет черные очки. А вас каждого я запоминаю. А если говорить про минусы, то вот, пожалуй, вот этой монолитности не хватило для меня. Взаимодействие. Может быть, как раз то, что вы яркие индивидуальности, помешало. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Ну что же, а сейчас к решению. Вызываем ваших конкурентов. Сейчас узнаем, какая команда попадет в финал. Поехали. Привет, я Аня. Я виртуальный блогер ТНТ. Подписывайся. Dance with me, bounce. Очень круто, все очень круто. Вы двигаетесь правильно, продолжайте, пожалуйста. У меня опять нет слов. Я умер. Это очень вирус. Приятно. Чуть-чуть там синхрон был, глажал, я даже не обращал на это внимания. Было очень круто, как всегда. Я вас обожаю. Но я, выражаясь языком Дани, где-то в серединке подустал. Очень сильно волновался за то, чтобы это было идеально. Мне нравится, что, работая в команде, вы при этом остаетесь яркими индивидуальностями. И вы знаете, хочется каждого из вас рассмотреть отдельно. Может быть, как раз то, что вы яркие индивидуальности, помешало. Сейчас узнаем, какая команда попадет в финал. Поехали. Даня. Все очень просто, опять. Прекрасно. Все команды понимают, что они крутые, особенно взрослые. Им уже говорить как будто бы нет смысла, что да, здесь было круто, там было не круто. Они знают, где было круто, и где не круто, и где нужно поработать. А вот дети, они должны почувствовать прилив сил здесь, я думаю. Я проголосую за них. Дети за детей. Хорошо. Мигель. Твое решение. Дети были невероятно крутыми. Вот все, что вы делали, это какой-то, знаешь, типа вот комок того, о чем ты мечтал всегда в детстве, чтобы оказаться либо в такой компании, в тусовке, чтобы про тебя люди так танцевали, и вот такое вот воплощение мечты, мне кажется, любого танцовщика начинающего, который вот так мы хотим, так будет клево и круто. Я невероятно горжусь тому, что вот такое подрастающее поколение, и так люди танцуют у нас в стране.
и в хэды. Я не ожидал от вас, в принципе, как от представителей стиля, каждый раз такой подготовки к номеру, такой проработки сюжетной, такой детализации внутри. И касается всего, потому что изначально, когда мы воспринимаем этот стиль, нам кажется, что люди выходят на сцену и просто кидают руками, ногами, выражают свои эмоции, и все. Нет, за этим скрывается куча всего разного. И мне очень нравится, что на эту детализацию вы обратили так сильно внимание. Я, наверное, думаю, что она вас и парит по большей части иногда на сцене. Потому что вы понимаете, что это не абсолютно не, ну, не свойственно вам вот так выходить. Дескрю, вы мои любимые. Вы вот то, на что я готов смотреть круглыми сутками. Было супер поставлено. Не скажу, что было супер станцовано. И твой выбор, Мигель? Мне кажется, что я каждой команде уже что-то сказал после выступления. Мне нечего добавить. Я просто улыбаюсь, потому что я знаю, за кого я проголосовал. И я поздравляю их с проходом дальше. И неожиданно Пласт выходит в финал. На самом деле очень круто, и мы вообще не рассчитывали так далеко зайти. Ну, для нас это большая честь быть здесь и представлять свой город, и представлять свой стиль. Ну, это приятно, что его оценили, приятно, что нас помнят. В общем, очень много приятного, на самом деле, я услышал сегодня, помимо того, что как бы было решение не у нас, не в нашу пользу, но как-то нет такого ощущения прям дикого разочарования. Все классно, люди прекрасные, занимаются крутым делом. Дай бог долгих лет здоровья этому проекту. И Егор открытку. Ну, и Мигелю. Просто магически напугались. Я разочарован тем, что когда мы предоставили крутые бенгеры, оригинальные штуки, да, какие-то пасхалки, нас выигрывают ворованные фишки. Я не говорю про то, что эти ребята специально что-то взяли. Я имею в виду стандартный комплит-пак. То есть мы попытались, наоборот, достать из себя какой-то свой, да, стандарт, убрать его, подобрать нужный тон для формата, чтобы станцевать круто. Я не могу сказать, что мы справились, да, максимально, но в тот же момент, да, ребята, молодая кровь, респект, это круто, но их штуки, это странно. Теперь любая команда может посмотреть мои раунды, взять мои штуки, прийти сюда и удивить всех в тот момент, когда я стою живым на сцене. Меня это трогает, это моя правда. И я проиграл сегодня. Это не значит ничего для моего внутреннего эго. Я буду продолжать делать то, что я делаю, то, что я чувствую с этими ребятами. Такая тема. Поздравляю всех. Это классно, проект суперский. Вот. Увидимся, как увидимся, Жиза.